Товарооборот между Башкортостаном и Таджикистаном по итогам прошлого года увеличился на 6,5% и превысил 30 миллионов долларов. Об этом заявила заместитель министра внешнеэкономических связей республики Лена Изотова. Сейчас делегация республики находится в Душанбе. В ее состав вошли представители 17 республиканских компаний, которые намерены расширить сотрудничество с азиатской страной. Предприятия ориентированы на экспорт, выстраивают логистические цепочки, изучают особенности торговли на рынке Таджикистана и налаживают деловые контакты. Напомню, общий товарооборот России и Таджикистана в прошлом году составил более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Башкортостан в общей структуре на 11-м месте среди регионов.